Если банк отказал в выдаче кредита, это не повод расстраиваться и паниковать. И уж тем более не стоит сразу обращаться в МФО или к частным кредиторам. Чаще всего свои решения банк оглашает без объяснения причин. Но узнать, что же послужило поводом для отказа, реально. Сегодня мы разберем 15 самых частых причин, почему людям не одобряют кредиты, и выясним, что можно сделать в каждой ситуации. Подробнее в нашем полном обзоре.